Здравствуйте! В эфире программа «Свое дело». Как вы, наверное, догадались, сегодня мы находимся в гончарной мастерской. Кто автор этих поделок, превративший хобби в бизнес, об этом расскажем в нашем сюжете. Реликвия древности при помощи умелых рук возвращается в наше время. Когда-то предки-славяне придавали глиняным свистулькам магическое значение. Это был предмет для связи с духами. Для нас же это необычная игрушка, которая может принимать абсолютно любую форму и цвет и издавать уникальные звуки. В гончарной мастерской Виктора Учаева росписью таких свистулек занимаются дети. В этом процессе они задействуют всю свою фантазию. Я хожу сюда, когда есть свободное время, на выходных и на летних каникулах. Но обычно мы разукрашиваем простые окалины и просто поделки. И тут, и там в гончарной мастерской кипит работа. Каждый занят своим делом, и для всех желающих Виктор находит работу. Он привлекает к творческому процессу и старых, и младых, всех, кто мечтает освоить новое дело и создать что-то интересное. Учеба каждый день практически. Потому что, тем более сейчас есть интернет, есть ярмарки разные, где-то все равно новое что-то. Ну и сами придумываем, стараемся. Вот такой интересный глиняный сосуд при помощи рук мастера приобретает нужную форму. Скорее всего, после завершения работы изделие отправится на творческую выставку и там найдет своего хозяина. Работаю давно. Это где-то неделю. Потому что нужно, чтобы подсохло, потом налепку сделать, опять подсушить. И думать приходится тоже. Вот походил, подумал, вот придумал. Ночь прошла, придумал что-то новое. Когда-то гончарное мастерство Виктор Учаев осваивал сам, методом проб и ошибок. И теперь этому делу обучает других, совершенно бесплатно. 20 лет назад предприниматель купил землю, чтобы построить гончарную мастерскую. Первым делом Виктор стал изготавливать большие кувшины. Позже стал осваивать другие направления. У меня самые большие, 1,55 м были высотой-то. И когда сделали, очень сложная реализация была, потому что еще... Только люди начинали обустраиваться, и мне не до культуры было. Это вот сейчас самое время настает. За годы творчества Виктор Учаев нашел много единомышленников. Среди них оказался его сын Иван. Вместе с отцом он освоил гончарное ремесло. И теперь в этом видит свое будущее. Иван работает в мастерской и в то же время получает высшее педагогическое образование. В местной школе он преподает уроки гончарного мастерства. Делится своим опытом с детьми, привлекает их к творчеству, так же, как однажды к этому его привлек отец. Отец начал строить гончарный цех, как еще маленький был. Вот. Гончары у нас раньше работали, большие вазы делали, на них смотрел. Ну и тоже брал большие комки, сам мелкий, большой комок ложил, и давай его крутить из него, что-то пытаться сделать. И так вот потом постепенно перешли на свистки с больших горшков. Вот. Свистки начали очень хорошо получаться. Вот. Потом уже разные сувениры, вазочки, все такое. И потом уже начали... посуду делать гончарную. В прошлом году Виктор Учаев выиграл грант на осуществление еще одной мечты. Здесь он планирует создать туристический маршрут и привлекать в сельскую местность гостей из других городов. Я этот участок купил, и сразу у меня был задумка была такая – создать туристический маршрут. И чтобы люди, и создать здесь рабочих мест, чтобы они, дети, своими руками что-то сделали, создали и это все с собой увезли. Вот я для этого сделал гончарные круги, переносные, чтобы могли любое место сесть и скрутить, и там слепить, покрасить, и каждый ребенок мог себя проявить. Сегодня он ставит перед собой задачу создать комфортные условия для проживания, построить номера гостиничного типа, чтобы люди могли приезжать сюда целыми семьями и отдыхать на лоне природы, осваивая новое ремесло. В прошлом выпуске мы говорили на тему продвижения рекламы в интернете. Сегодня мы продолжаем беседу. На все вопросы отвечает эксперт в этой области Виталий Дюндик. Здравствуйте. Здравствуйте. Какие основные законы действуют в мире интернет-рекламы и на что следует обратить внимание при создании сайта? А вот здесь
На мой взгляд, конечно же, компания по максимуму должна сфокусироваться в первую очередь на том, насколько ее товар или услуга, они нужны аудитории, насколько там условия, да, то есть цена, там, не знаю, там доставка, какие-то прочие моменты, они конкурентоспособны. Вот. Мне кажется, вот это вот основной такой как бы вот ключевой фокус. То есть вот то, насколько удобный сайт, то, насколько сайт красивый, то там это все уже как бы следующие моменты. То есть здесь вот, мне кажется, уместна аналогия, что вот есть как бы конфета, вот, и у конфеты есть сама как бы конфета, есть обертка, да, вот, все равно, как бы, конфету, да, мы один раз можем купить, потому что нам понравится обертка, но постоянно покупать мы будем ту конфету, которая вкусная. В любом случае, все начинается, на мой взгляд, именно с компании, того, в общем, в целом, как бы, вот, что она предлагает своему потребителю, и это важно, и, кстати, вот здесь еще особая значимость, и, если мы говорим про интернет, когда потенциальный клиент выбирает компанию, ну, вот, обычными, скажем так, способами, то есть, когда он физически ездит, да, там, туда, где компания находится, или там, ну, как-то там, не знаю, буклеты просматривает. Есть особенность. Дело в том, что ему как бы нужно понести существенные затраты, чтобы, например, там, съездить в один офис, там, в другой, в третий, да, то есть в интернете как бы все конкуренты, они, можно сказать, рядышком стоят, и в этом плане все как бы на виду. Поэтому фактор конкурентоспособности, он становится особенно значим. То есть вот здесь выдачу там в поисковой системе, опять же, можно сравнить, не знаю, как вот мы зашли на рынок, и вот у нас есть как бы там пошли вот эти ряды с фруктами, и вот как бы сразу есть 10 палаток, вот, то есть они не просто вот одна здесь, другая через 5 километров, а третья через там 15 километров, да, они все рядом, и они часто похожи. Как не потеряться в этом многообразии рекламы? Проблема отличиться, она стоит совершенно по-разному для разных сфер деятельности. То есть, точнее сказать, стоит она одинаково, решения ее как бы могут быть разные. Соответственно, ну, нужны какие-то дифференциаторы, и здесь надо в разных сферах деятельности искать. Но, опять же, даже если их мало, то ну, тут получается вот активность. Какая-то активность, вот как раз, опять же, да, то есть, да, у меня такой же товар, как у всех, но я активней, да, то есть я вот на как раз там свою лавку делаю более привлекательной, я стою там, не знаю, как-то зазываю, там и так далее, то есть пытаюсь уже тогда вот, ну, выделиться своей какой-то гиперактивностью, и вот в данном случае в том числе и рекламной активностью. Виталий, в заключение беседы, какие рекомендации вы можете дать нашим телезрителям? Вот если компания уже немножко выросла, то моя однозначная рекомендация, конечно же, идти к профессионалам, да, и, собственно говоря, как бы не тратить много времени и сил, опять же, не вот собирать те ошибки, которые, вот, например, мы собираем годами. Я бы сказал вот об этом первое, что я однозначно рекомендую работать с профессионалами. Вот. Но если компания только-только начинает свою деятельность, то опять же на сегодняшний день очень хорошо, так как все в том же интернете, есть колоссальное количество обучающих материалов. То есть вот тот, у кого как бы нет денег, но есть время, соответственно, может действительно научиться. И есть книги, да, есть видео, как бы есть образовательные курсы, краткосрочные и так далее, да, соответственно, можно, ну, вот, начать такой самостоятельный путь, но тогда надо понимать, что это вот либо как бы у тебя, ну, скажем так, ты хочешь сэкономить время, но у тебя есть деньги, поэтому ты это делаешь с помощью профессионалов, либо ты хочешь сэкономить деньги, но тогда ты должен вкладывать время. Виталий, я благодарю вас за беседу, надеюсь, предприниматели воспользуются этой информацией, а теперь переходим к новой теме. 3 июня в Самаре пройдет бесплатная консультация на тему «Меры государственной поддержки предпринимателей малого и среднего бизнеса в 2015 году». Предварительная запись по телефону в Самаре 33 44 700. Также 3 июня в Самаре пройдет бесплатная консультация на тему «Гранты на создание собственного дела. Основы бизнес-планирования для участия в конкурсе». Предварительная запись обязательно по телефону 33 44 700. 8 июня в Самаре пройдет бесплатный семинар на тему «Коммуникативные навыки предпринимателя. Юридический и корпоративный опыт». К участию приглашаются все желающие. Предварительная регистрация обязательно. Телефон для справок 8 903 308
88 77.